Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна, и сегодня вместе посмотрим 18-й каталог компании Faberlic. Это каталог новогодний, и, конечно же, мы возлагаем большие надежды на то, что он будет интересным, красочным и, конечно же, выгодным. Ну, давайте не будем затягивать, поехали!
Вот таким был 18-й новогодний каталог компании Faberlic. Я надеюсь, что это время вы провели с пользой и интересом, что эти 7 минут как-то подняли вам настроение, зарядили вас позитивом на новый рабочий день. Пишите традиционно в комментариях, понравился вам каталог или нет. И всего вам самого доброго, хорошего настроения, светлых мыслей и спокойствия на душе. Пока-пока!